Добрый вечер. Чем помочь? Добрый. Хотели бы пока осмотреться. Мы просто у вас никогда не были. А есть что послушать? Конечно же. Ой, а что это у вас такое играет? Друзья мои, на концерт приходите. А что до ассортимента? Он не оставит вас равнодушным. Согласен. Я таких названий нигде не встречал. Все прекрасно и редко, как говорили древние. Ну что ж, и для вас найдется нечто любопытное. Добрый вечер. Виски. Да не убирай далеко. Ты знаешь, такая пакость сегодня приснилась. Проснулся весь в холодном поту, до утра проворочился. И что же тебя так напугало? Снилось, что я был на работе и зачем-то зашел в нашу каморку. Порылся в шкафчике, собрался вернуться к стойке. Как в проеме показался какой-то незнакомый парень. Я ему говорю: извините, это помещение для работников клуба, сюда нельзя. А он мне тихо так: я знаю. И как прыгнет, как вцепится. Глаза посмотрел, меня прям заморозило. А уж когда клыки увидел, совсем плохо стало. И пикнуть не могу, как будто крик в горле застыл. Потом больно стало, обожгло. Я увидел на полу того, что был мной до недавнего времени. Порхаю я, значит, чувствую, веса во мне нет. Наблюдаю, как тело обнаруживают коллеги, вертят человек в белом халате, выносят из клуба и везут в морг. Привидится же такая чушь. А все потому, что не надо было накачиваться утащенным с работы абсентом. Нехорошо это. Вот тебя и наказало кошмаром. А ты что, видел? Ладно, больше не буду. И ту бутылку мартини, что под стойку спрятал, пожалуй, на место поставлю. До Невского за сотню.